Вы такая хрупкая и тоненькая, и он очень гармонично будет на вашей худенькой ручке смотреться. Очень красивый. Нежные, приятные ощущения, такое вот погружение в себя. Нет у вас страха, что кожу сожжет там? Да, такой приятный, такой прохладненький гель. А если еще наблюдать за рисунком, как постепенно цветочек из линии превращается в цветочек. Очень красиво. Африканский стиль часто у них, что просто вот они наносили, ладони окунали в раствор хны или стопы, чтобы они все покрывались, и чтобы не так жарко было вот что-то брать, и в принципе. Совсем получается настолько тоненько это все. Но когда замес делает сам мастер, он знает, что он добавляет какие-то там какие масла. Вот это вот с маслом лаванды. Вот, и лаванда, она вообще самая такая безопасная. Его делают для беременных. Вот, то есть вообще аллергения вызывает. Вот, есть еще несколько масел, которые хорошо проявляются. Ну, в принципе, у них тоже особо не бывает аллергии, но вот это самое гипоаллергенное. Хна, она дает только коричневый цвет. И все, что черное, это уже с краской, это уже краситель идет. Вот. И она, если просто идет, вот есть голечая краска, она держится дней 5. И снимается, вот здесь она будет ломаться и обсыпаться такими вот кусочками, а та она просто пленочкой снимается. Вот. А если вот на юге там рисуют и обещают, что 2-3 месяца будет держаться, то это там содержится и тоже краска, причем содержит в себе очень вредное химическое вещество урзол, который в лучшем случае может оставить аллергическую реакцию, а в худшем там прям вообще такие прям язвы выедает, бывает, что я смотрела очень страшно вот эти видео, поэтому вот на нашем юге лучше вот подальше обходить все это, да, потому что там вообще непонятно, чем они рисуют.